Я снимаю, по-моему. Так они могут добить до нас. А? Дети падают. Дети падают? Все, просто замечательная идея закончить парад. Нет, они заодно и промывают улицы. Ну, не ведерные, отправляют домой. Все, парад закончился. Вот так разгоняются парады. Вот что значит, ребята, полицейское государство. Парад двигается в ужасе. А сейчас нас будут поливать из бронзовой. Дети. Сейчас до нас долетит. Дети с молодых лет. Вай. Альтас! О май гад. Не, это с этого с амбреллой надо было снять как образец стойкости против полицейского произвола. Ребята, это свободное государство. И что мы видим? Мы видим произвол. Применение бронзбойдов против гражданского населения. Вон туда снизу, как они. Смотри, сейчас будет. Вот противостояние.